Мои любимые, мои дорогие, доброе утро. Люблю вас. Такой сегодня потрясающий день. Он замечательно начался. Сегодня понедельник. Ну как, во-первых, то, что я выспалась. Во-вторых, то, что я молодая, красивая, здоровая и богатая. Подтверждение моих слов. Сегодня пришла зарплата от YouTube. А за июль я довольна этой суммой. То есть, как бы я ее знала, сейчас она зачислена на счет. А сегодня пойду в банк снимать деньги. Пойду в агентство недвижимости. Дай бог, чтобы я поехала в офис ТАПУ забрать документ на квартиру, на машину. Слышите, что уже выдумываю? В общем, все складывается наилучшим образом. В данный момент я дома, жду мастера. Он у меня придет по видеодомофону. Только что позвонила Надежда, сказала, что у тебя видеодомофон не работает. Это не наша вина, как бы, и не собственника предыдущего. Это вина застройщика. Сейчас придут представители Kingdom для того, чтобы починить домофон. Так, а я пойду в банк, значит, я хочу снять. Я сейчас пью кофе, потом иду в банк, чтобы снять, ну, 2-2,5 тысячи долларов, примерно вот такую вот сумму. На обратной дороге зайду в магазин. Мне нужно купить кое-что из продуктов. И, естественно, уже жарко, невыносимо просто. Просто дикая жара. У меня открыт балкон, открыто окно, балконная дверь в комнате и открыта входная дверь. Ох, в общем. Я сегодня вся с утра уже на телефонных разговорах, на этих, как ее зовут, на всяких... ножницы надо взять. На всяких переговорах, на телефон, как сказать, на телефонах, на переговорах. Короче, вся такая деловая. Перевернула камеру. Опять какие-то ураганы, опять какая-то херня происходит в мире. Это так клево перевернуть, как сказать, телефон, не останавливая видео. Очень дорогого стоит. Будем сейчас пробовать новый сорт кофе. Тоже турецкий. По типу такого же, как я пила. Ну вот, допустим, по запаху и по консистенции ничем не отличается. У меня до этого был Мехмед Эфенди, тут Абдулла Эфенди. Кофе на 3 лиры дешевле. Попробую. Если не понравится, я его, так сказать, ну не буду пить, выброшу. Вот. Я жду сообщения от Нади. Я хочу ТАПУ. Хочу ТАПУ. Очередь сдвигается, но она сдвигается, моя электронная очередь получения, но она сдвигается каким-то, блядь. Я только что опять мыла плиту. Замывала вчерашний кофе. А, вот. Я что-то с ней делаю, понимаете? Она же не просто так не работает. Все комфорты работают великолепно. А подожди, надо выключить. Потому что в этих новостях ничего доброго не показывают. А показывают, блядь, пульт. В этих новостях ничего доброго не показывают, ничего путного, ничего такого жизнеутверждающего. А только портится мое настроение. Ну потому что, да блин, потому что. Потому что эти новости нескончаемые про Кабул, потому что эти нескончаемые новости про коронавирус. Ничего путного не говорят. О, я без сережек. Надо надеть. Как я вам уже и сказала, у меня открыты двери в подъезд. Но у нас подъезд очень приличный. Поэтому, как сказать, я не переживаю, что туда зайдет. Во-вторых, у нас не то, что подъезд приличный, у нас еще и дом с видеонаблюдением. И как его еще сказать? И в подъезд никто не зайдет, там домофон, причем, ну, в общем, я себя чувствую достаточно защищенной, причем неоднократно слышала от турков, которые здесь от местных, что в ночное время залазили в квартиру и обкрадывали ее. То есть люди, которые находились в квартире, они спали и даже не проснулись. Мне такую историю, как бы это правдивая история, мне рассказывал Волкан и Али. Вы понимаете, да, про кого я говорю? Это мои друзья из обувного магазина. Кстати, я по ним соскучилась, и нужно к ним в ближайшее время прийти.
пойти в гости, пойти за обувью. Это обязательно нужно сделать. В общем, а сейчас я пью кофе и иду в банк снимать денежки. Зайду в агентство недвижимости, рассчитаюсь. Потом у меня, помимо того, что у меня пришел счет за электричество, у меня тут еще несколько счетов, я просто для Нади фотографировала. Пятая квартира в аренде, я пятую квартиру, квитанции это Наде отнесу. И вот счет за воду, я так понимаю, да? Или это Айдат? 19,91 лира. Это, наверное, за воду. Ну, подожди, вода же это СУ написано. Ну, короче. Вот этот счет у меня на 103 лиры нужно оплатить. Вот этот вот счет на 19,91 лиру. Вот это вот счета, которые мне нужно будет Надежде принести в агентство. Это пятая квартира. Нет, это 21-я. Вот это вот пятая. Это агентство... Квартира принадлежит агентству недвижимости, и вот это вот принесу. В общем, вот эти вот счета беру с собой. Я варю кофе. С утра проснулась, доела клубнику. Какая прелесть, какая роскошь, всегда мечтала. Так, сейчас жду пятницу, чтобы пойти на рынок. Пойду все равно на рынок. Зарекалась, знаете, рано вставать, куда-то идти. Нет, пойду на рынок, там у меня есть... И, наверное, все же возьму вот эту вот сумку, которую я хотела, которую я планировала купить. Скорее всего, так оно и будет. Но опять же, у меня возникает... Ложка в турке стояла, нагрелась. О! Размешаем. Так, и надо убавить, потому что все убежит нахер. Как обычно, 7 потов уже сошло. Но кофе варится, кофе имеет потрясающий вид. А, кстати, мои дорогие, вы мне пишите, что я похудела. Похоже, дело да. Понимаете, я смотрю по ляхам. Что я похудела, действительно. А я еще вчера надевала там черные лосины. По лосинам вообще видно. Такое ощущение, что я вообще какая-то, блядь, гимнастка. У меня ноги стали стройнее. Слушайте, это не может не радовать. Там мне там одна девушка написала в комментариях: Инна, ты похудела, там 10 килограмм по-любому сбросила. Вот это вот я замораживаю лед. Я все же надеюсь, что я буду бухать в самое ближайшее время. И это будет, лед для моих буханий. Вот, мои хорошие. Так, нужно положить в морозилку. Кстати, нужно пойти будет купить сегодня мясо в морозилке. Ого, какой мороз! В морозилке помимо куриной грудки одной вообще ничего не лежит. Все, что было нажито непосильным трудом, там такое, как пицца, там, знаете, так, формочку поставила. Там пицца, лохмаджун, это все съедено. Надо идти тариться продуктами. Ну, хотя, в принципе, вот так вот в общей массе у меня есть что поесть. Так, знаете, как сказать? Не совсем уж... кстати, надо доесть вот это вот. Надо доесть овощное свое рагу. Кстати, по поводу и без, что я хочу сказать? Завтракать не буду сегодня. Только лишь потому, что я уже выхожу, и вы меня застали на пороге буквально. Я вот допиваю кофе и выхожу, пойду в банк, сниму денег, то все, пятое, десятое. Кактус. Он не испортится. Знаете что? Помните, такая тема, я в Каменске у себя сломала холодильник. Здесь я не сломала, здесь я просто умышленно выставила точно такую же температуру. Холодильник новый, и более того, хочу сказать, что им даже никто не пользовался. Предыдущая хозяйка его ни разу не включала. Он даже в розетку не был включен. И по холодильнику видно, когда он используется.
мой холодильник вообще не использовался ни разу. Его даже не включали, чтобы что-то в нем охладить. Это было видно и по морозилке. Когда он размораживается, там же подтеки остаются. А чему это говорило? Провалы в памяти у меня. Провалы в памяти. Так. Мне надо дождаться представителей этих. Слушайте, я рада. Зачислены деньги, зарплата. Я просто очень рада. Так, написала Света. 3 голосовых. Секундочку, мои дорогие, я отключусь, прослушаю. И вернусь. Ты там в Россию куда собираешься? Что-то бегает, квартиру купила. Когда собираешься в Россию? Это одно из 3 сообщений, которое мне отправила Светик. У нее свой канал на YouTube, причем почти 1 000 000. А у меня кулинарная тематика. Я много раз говорила в своих видео про нее. Отправляюсь, Светик. Скоро поеду в Россию. О, скоро. Смотрите, какая пенка. Боже мой, какая пенка, господи, потрясающая. И кофе на плиту не убежала. То есть плиту мыть не придется. Представляете, не убежала. Я не верю в свое счастье. Зато у меня уже 7 потов. Слушайте, это невероятно, это невозможно просто. Я пью кофе и надеюсь, что мне не придется долго ждать вот этого мастера-фломастера, как говорится. По поводу этого кондиционера, домофона, видеодомофона. Ой, давай еще на телефон налей. Посмотрите. Все же, когда кофеварка, кофемолка, все собрала, все в одну кучу собрала. Когда имеет деревянную ручку, конечно же, это удобней. Конечно же, безусловно, это удобней, но привезу из дома. И что думаете, реально похудела? Реально, да? Ляхи все равно скатываются. Ну, потому что коротенькие шорты, ляжки закатываются. Ну да, знаете, я смотрю по бокам, и меньше защипывается. Защипывается, конечно, но меньше. Так, нужно снять. Все просохло. Ой, беленькое полотенце, белая футболочка, белая кепочка. Сейчас белую футболочку, белую кепочку надену. Я так переживала, что не отстирается козырек. Нет, отстиралось все белоснежное. Но я ставила на 60 градусов. И футболка. У меня у Христовенькой даже нет этого утюга. Ну, я, собственно говоря, даже если он был бы, дома вот у меня есть утюг. Но я же дома ничего не глажу. Я что, одурела, что ли? Я не глажу вещи. Вообще давным-давно, уже много лет, начиная, знаете, от трусов, заканчивая платьем. Единственное, что я, вот, знаете, глажу, платье какое-нибудь на выход. Да и то я стараюсь такие платья, блядь, не надевать. У меня, видите, какая ситуация? У меня всего лишь 2 вилки, много ложек и вот эти вот маленькие вилки, которые турки очень часто используют за завтраком. Есть творожный сыр белый. Кстати, белый сыр у меня тоже есть. И у меня есть... йогурт. Я не хочу это все. Понимаете? И у меня есть каймак. Я его даже не открывала. Я, понимаете, я все это не хочу. Я хочу то, чего у меня нет. Я хочу выпить. Понимаете? Хочу выпить. Алкоголя. Угу. Сегодня кончилось. Сегодня 23 число. Я больше месяца не пила. Вообще больше месяца. Угу. Мираба. Мираба, нашисы. Имисин. Угу. Представитель застройщика. Все, короче, мои дорогие, все. Буду общаться. Проходите, вот. Его я и видела уже внизу. Мы с ним общались. В общем,
Как? Как? Да? 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 This back in Russia? Yeah, you can see that. Yes. Pardon. No problem. Он у меня работал. Именно. Бо автоматик. Ага. Ты говоришь на русском? Нет, нет. Русский. Автоматик машина. Ага. In this outside. А. А, переводчик. О, пардон. No problem. Ну. Девчата, не автоматика чилеро. Я ненормальная. Как такое возможно? Он открывается автоматически. Когда звонит зам... автоматически, я должна открыть. Открыть сюда, да? You can see? А, девочки. Да. Они видят нас? Да. Они нас видят? Yeah, you see. No. Нет, no, нет. No, only see. А, а. Пардон. No problem. Пардон. I hear you. Crazy. No, crazy, no, it's too bad, yeah. But me, if you need, you still have the problem. Uh-huh. If you want, I give you my number. А, да, да, my есть Лени. Лена? Да, номер okay. телефона да. ваш. Спасибо. Perfect. Да, да, бай-бай. Гирище Рус. Он у меня и работал, оказывается. А я на... Ужас. Ужас просто, что творится. Все, я могу идти в банк. Я вот этого мужчину, я его уже видела, с ним уже общалась. Так. Наденька только что приходил, представитель от Кингдом. Надя, я просто дура. Понимаешь, домофон-то, оказывается, у меня работал. Я просто не умею им пользоваться. Это говорит о многом. Короче, он мне все показал. Мы с ним познакомились, предложил свой номер телефона. Я говорю, да, у меня, я знаю, где взять. Короче, Наденька, большое спасибо. Деньги у меня уже пришли, зарплата. Я пошла сейчас, допиваю кофе, пошла в Сбербанк. Ой, в какой Сбербанк? Пошла в банк, снимаю деньги, на обратном пути захожу к вам, чтобы рассчитаться. Все, Надюша, до встречи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Слушайте, как хорошо-то, а? Жизнь-то налаживается. Кстати, домофон сделали. Ну как сделали? Он мне, оказывается, и работал. Ёбнута. В натуре я ёбнута. Ну так же нельзя. Ой, мои любимые. Мои дорогие. Пол нужно помыть на балконе. Но мы с Леной обсуждали тот вопрос. У нас на балконе, почему говорю у нас, потому что такая тема только в Турции. Ну не знаю, может быть в других жарких странах тоже она есть, может быть она присутствует. В общем, здесь на балконе есть кран. На многих балконах даже есть раковина. Здесь можно купить шланг и мыть пол. Здесь есть даже сток вот на балконе. У меня сток находится под... Вот. Видно, не вижу. Я наклонила. В общем, сток находится вот под этой решеткой, под черной, в которой у меня два кондиционера вмонтированы. В общем. Она купит шланг. Потом я у нее возьму и все промою. И еще, знаете, у меня возникает вопрос, как мне мыть потом окна? Как? Вот эти вот большие панорамные окна, которые вот у меня... С полу до потолка. Я сейчас покажу, какие. Со стороны квартиры это все понятно. Но со стороны улицы, как мне это дело мыть? Вот же у меня окна. Со стороны улицы. Здесь открывается только вот эта вот часть. Давай, блядь, Инна, сломай. Подожди. Мне же показывали, как это открывать. О. Слушайте, для меня прям является каким-то... Господи, какая дурная, а? Господи. Это ужас какой-то.
У меня реально с башкой все. Но знаете что? Самое-то, что интересно, я что хочу сказать? Я что, можно подумать, видеодомофонами пользовалась? У меня не было видеодомофона дома в Каменске. Да у меня много чего не было. Знаете, что я просто Бога благодарю? Я просыпаюсь на кровати. Блядь, я никогда не спала на кровати, кроме как в гостиницах. И я заметила, что я сплю поперек кровати. Вот кровать. Слушайте, я просыпаюсь поперек кровати. Во-первых, я поняла, что я сплю без подушки. Потому что от подушки мне жарко. Потому что ночи очень жаркие. Ночью кондиционер не будешь включать. Ночи очень жаркие. Я сплю, мне просто приедет затылок. Я просыпаюсь всегда. Я всегда мокрая просыпаюсь. Да что говорить, у меня волосы вообще не высыхают здесь. Вот. Все, мои дорогие. И знаете что, я заканчиваю видео. Желаю вам доброго дня. Кофе горячий. Буду его, допью его в пороге уже. Пошла одеваться, переодеваться. И пойду в банк. Подожди, время-то сколько? Там ведь обед в банке. Куда я пошла? Там ведь обед. Я ведь знаю, что там обед. Время сколько? Время 12. А обед с часу. Так, 12.03. 12.03. Я успею до часа? Или нет? По сути, дойти я успею. Или лучше дождаться очереди и пойти в 2. Блять. Блять, блять, блять. Короче, не знаю. Как позвоню? Надюшке позвоню. Наденька, прошу прощения, скажи, пожалуйста, ты знаешь обеденный перерыв в Кувейтбанке? До 13.30. Он сейчас, да? Сейчас у них перерыв? С 12.30 до 13.30. Все, все, Наденька, поняла, услышала. Все, спасибо большое. Обнимаю, целую. Скоро увидимся. Принесу деньги. Ага, давай, давай, пока. Это. Все, отлично. Надя мне сказала, с 12.30. Так, я сейчас пока дойду, пока то, пока все. Время 5 минут там. Может, видео загрузится. Не знаю. Алле? Алле? Приходил? Да-да-да, я тебе голосовой отправил. Ты, видимо, не прослушала его. У меня все работает, Наденька, оказывается. Я просто пользоваться этим не умею. Позорище, блядь. Позорище, Надя. Прошу прощения. Зато мы с ним познакомились. Он такой приветливый, он такой очень-очень красивый мужчина. Не ведусь, не ведусь. Все, Надюшка, обнимаю, целую. Да, да, Надюша, знаю. Все, моя дорогая. Ага, все, скоро увидимся. Приду с деньгами. Ага, давай, давай, пока. Да ты что? Все, услышала. Все, обнимаю, целую. Моя сваха. Давай, давай, пока. Она говорит, у меня есть другой мужчина для тебя. Придешь, я вас познакомлю. Не ведись, говорит. У него таких, как ты, в доме, в Кингдоме, очень много. Таких, как я, много не бывает. Так, мои любимые. Все, подытожить все вышесказанное. Я вас люблю, целую, обнимаю. У нас по-прежнему жарко, я по-прежнему люблю кофе. Сегодня, наверное, не получится пойти на море, только, может быть, во второй половине дня. Я держу пальчики, чтобы я получила сегодня топу. Очередь сдвигается, сдвигается медленнее, чем я предполагала. Но никакого обмана нет. По той лишь причине, сейчас объясню, никакого обмана нет, потому что я вижу сама очередь, я ее отслеживаю. Все, люблю, целую, обнимаю. Поставлю видео на загрузку, когда оно загрузится, я не знаю. Интернет ужасный. В общем, я пойду в банк, потом в агентство недвижимости.
и надеюсь, что потом сразу же пойду получать топу. Если нет, блядь, я не знаю. Я не знаю, мои хорошие, как жить дальше. Все, кстати, кофе допила. Все, люблю вас. Пока, мои хорошие.